Всем, друзья, привет, вы на Quickplay, и это River House Devil. Давайте посмотрим игру получается, богадельня какая-то, типа готовки, и не только. Просмотрим вместе, и напишите в комментарии, что вы думаете об этой игре, и что вам, может быть, понравилось мне или нет. Может быть, продолжим ее дальше. Ну, давайте начнем. Первый взгляд, и стартанем. Первый день. Поезде мне так и не удалось уснуть. Я был погружен в свои мысли и горел от нетерпения в ожидании встречи с нашим новым домом. Ранее в поезде мы с женой Хендрин приняли внезапно, и она посмешно упаковала все, взяв с собой только самое необходимое. Нам удалось крайне невыгодно приобрести стоящий у реки дом, который прежде принадлежал известному в городе парикмахеру. Этот дом, на удивление, большой. На первом этаже достаточно места, чтобы открыть здесь чудесный паб. А внизу, в подвале, есть большая и уютная кухня. Скорее бы открыть дверь для посетителей. Мне всегда нравилось, что едят и готовят для них с любовью. Мой муж Персивали уже сделал уборку и обустроил помещение для работы. Здесь будет модное ателье. И совсем скоро и все местные, живущие по соседству люди, будут угощаться и в прекрасных нарядах, и шитых под заказ. Думаю, нам дом очень прибыльным местом окажется. Наверное, это секрет нашего успеха. Кажется, в наших постоянных клиентах поразительные люди. Мне даже немного жаль их убивать. И безумно высокие цены на мясо навели нас на мысль о том, что фирменные блюда стоят подавать необычные ингредиенты, а сказывается голод на них. Дело в тонком нежном вкусе, но человеческая плоть очень высоко ценится. Причина нам неизвестна, и мы не собираемся ее усваивать. Так, кстати, не переживайте, у нас ничего не пропадет. Персиваль даже придумал, что делать с одеждой наших клиентов. Достаточно заштопать прорехи, и можно снова выставлять вещи на продажу. Конечно же, за полную стоимость. Ха-ха-ха. Мы усердно трудимся, чтобы все шло так, как надо. И наш бизнес приносил нам отличный доход. Ля, какие, а? У нас стремительно заканчиваются остатки мяса. Люди в этом городе прожорливые, как собаки. Это значит, что переезд сюда был отличной идеей. Мы разбогатеем. Не спеши, дорогая. Мы должны вести себя сдержанно и усердно работать. Ты слишком хорошо знаешь, как мы рискуем. Да, знаю. И не хочу, чтобы повторилось. Сбросить труп на кухню. Я о нем позабочусь. Ладно, хватаем бедолагу. Рано или поздно он сломает себе хребет. Теперь нужно сбросить труп в люк, и он сразу же окажется на кухне. Так, одежду мы сняли. И давайте сбросим. Дорогая, держи! Наконец-то свежее мясо! Люк блестяще справляется со своей задачей. Самое время запастись местным фаршем. Новая мясорубка отлично подходит для крупной добычи. Возьмем труп. Теперь его можно провернуть в мясорубке. Фаршик пошел. Нужно заглянуть в бабушкину кулинарную книгу. Я смогу записать в нее все, что удачные рецепты. Давайте посмотрим. О, рецепт. Давайте. Вот это вот мы записали. На две звезды. Так, мне нужны мука и фарш, чтобы приготовить отличный мясной пирог. Я уже чувствую аппетитный запах. Так, давай возьмем. Ингредиент. Сюда. И возьмем фаршик. Добавим сюда. Можно начинать готовить. Возьмем противень. И поставим его в духовку. И она должна разогрета быть. Скоро будет готова. Подождем чуть-чуть совсем.
прекрасно, все готово. Можно потянуть еще две плиты, но для этого нужны деньги. Разберемся с этим позже. Мясные пироги отлично подрумянили, самое время их доставать. Посмотрите вверх. Только для блюд пуста, так и я их поставлю, мясные пироги. Тогда посетители смогут сами их брать. Ага, давайте заполним ее. Отлично. Да ты умница. Отлично, все готово. Интересно, как там дела у мужа? Он должен был вымыть пол. Посмотрим. Это просто кровавая бойня. Нужно все убрать. Никто не зайдет сюда, пока на полу будет кровавая лужа. Возьмем швабру, чтобы это все убрать. Да, кровь везде. Ну, вроде бы все убрано. Отлично. Я украл кое-какую одежду. Выставленный манекен не наряжен. Я мог бы подлатать украденные вещи и продать их. Конечно, взвинти в цену. Ха, не продать же, пропадать добру. Быть может, лавка и выглядит неприметной, но я профессионал своего дела. Ближе к делу, возьмем украденный наряд из этой стопки. Какой модник, да? Теперь пришло время раскрутить колесо новой швейной машинки. Дело двигается не слишком быстро, но я подожду. Наш бизнес строится на взаимодействии и сотрудничестве. Нужно работать в таком режиме, чтобы Хелдерин было удобно. Одежда наконец готова. Нарядим манекен. Кажется, все готово. Можно принимать клиентов? Так, двери открыты. Так, давайте откроем. Мои дорогие клиенты, заходите, заходите. Берите все, что вам угодно. Хорошо, что я запомнил стойку для блюд. А то, что пришлось ждать, пока я готовлю. Ну, бабуськи пошли. Благодарствую, благодарствую, мясные пироги. Как не кстати. Хорошо, что я запомнил стойку для блюд. Каждое блюдо имеет свою цену. В конце концов, я не могу раздавать еду бесплатно. Я буду помечать блюда по-разному в кулинарной книге. Они дорого заплатят за мою вкусную еду. Ого, кажется, кому-то нужен новый наряд. Никогда не знаешь, оценит ли твою работу и твой вкус по достоинству. Нужно всегда прилагать максимум усилий. Мы не хотим, чтобы попали дурные слухи. У меня скоро начнется встреча. Нужно снять с клиента мерки. Подождем клиента. Уважаемый? Не знаю, на кого похоже, но на кого-то похоже. Ну вот, мы одни. Я могу пополнить мясные запасы Хелдерин. Да, я заберу его одежду. Тебе она все равно больше не понадобится. Теперь сбросим труп на кухню. Давай, возьми. Одежда нам. Мясо туда. Дорогая, лови. Клиенты на подходе, нужно подготовиться. Так, мне постоянно приходится напоминать себе о уборке. Уверен, что Хелдерин отлично справляется со своей задачей. Старуйся, выключи к успеху. Так, ты давай уберись. Дорогая. Убито клиентов 0 из 3, убрана кровь 1 из 3. Приготовлено блюд 0-2. Продано 6. То есть задание пока что у нас есть, да? Так, давай возьмем здесь. Чем-то занят будешь. Так. Возьмем блюдо. Пироги. Добавим сюда. Возьмем фаршик. Дорогая. О. Все прекрасно. Так, возьмем противень. Печку.
Дожидаем, ожидаем. Пойдем. Ну, прекрасный, прекрасный. Так, готово. Мадемуазель, подождите, ожидание. Сейчас мы мяско пироги сделаем так. Так, давай, друг. Возьмем. Чё сделаем. А другая одежда будет какая-то? Так, бесконечное у нас количество получается. Так, еще. Да? Мясо. Так, бабки ты положила, да? Это радует. Так, иди. Мне нужна одежда для манекена. Ну да. Так, возьми. Чуть-чуть. Ой-ой-ой, ты какой ты суровый, чувак. Так, раздел. Бабульку, бабульку. О, как негалантно ты выступаешь, а? Так, главное, не забудь, кровь надо будет брать. Что ты такой силой ты бросаешь-то? Так, уберись. Так. Возьмем. Пусть готовка. Это сюда. Месье? Что вас интересует? Положи обратно. Так, это мы возьмем. Пирог, пирог, пирог. Сейчас, сейчас, сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, не успели. Давай, раздевай ее. Скидывай. Так, получается. Пойдем. Опс. Браться не забудь. All right. Давай, бегом, бегом, бегом. I like this color. Так, пусть делается. Так, возьмем противень. Так, что здесь пока что будет. Мыть не нужно. Да понятное дело, что не нужно.
Где продан нарядов? Вот сейчас как раз копят. Отлично, куплен. Месье, тебе не понадобятся твои глаза. До свидания. Начинать заново невероятно сложно. Нам нужно все благоустроить. Я написала список того, что нужно сделать, чтобы получить нашу лавку. Тогда мы сможем обслуживать еще больше клиентов. Посмотрим, что можно улучшить. Угу, давай. Улучшение. Мясной фарш. Разблокируйте измельчитель труб. Стейки. Кое-кто предпочитает хорошую поджарку. Угу. В конце концов, человек на вкус как свинья. Мука. Нужна для приготовления некоторых блюд. Кроваво-красный. Мой цвет... помидоры. И грядка в саду. Так, я смогу приготовить еще больше блюд. Разблокировать дополнительный разделочный стол. Останется жарковато. Разблокировать дополнительную духовку. 40, да, стоит? Блин, не хватает. Нужно добавить жару. Готовку быстрее производится. Больше мясного фарша. Вот это надо. Вот эти вот. Скорость духовки и мясорубка. Скорость швейной машинки. Манекены. Так. Чтобы мясорубка больше фарша давала и быстрее готовка, да? А, не хватает, да. Так, письма. Что? Скины, да? О, маньяк-модельер. Тоже можно открыть, да? Коллекционер. Воскресный наряд. Чокнутый скелет. Знающий повар. Шеф-гурман. Кровавая госпожа. Нарядная куколка. Воскресшая невеста. Оу, май! Ну, интересно, интересно. Так, открыть лавку, да? Но я не понимаю, они... получается, вампиры или кто? Что-то такое. Дорогая, ты где? Иди. Да ты моя хорошая. Ты и так стараешься, да-да-да. Не знаю. Странно, что модник-мужик и занимается одеждой он, а не его жена. Она берет, разделывает, рубит, режет, хватает, ломает. Так, иди, вперед. Так, больше, да? Две, наверное, будет. Две мяса. Ого, даже три больше. Так, давайте мяско возьмем. Надо будет еще... О, там... Нет, там манекен не работает. Давай, сделай одежду. Так, возьми ничку. Добавить. Это напротив и в печку снова же. Так, готовь. Делается, делается. Отлично. Открываем. Так, надо будет еще один. Так, это запасной. Надо еще открывать одну по улучшению. Но это под конец надо будет задание. Возьмем. Да, согласен, людям нравится это. Да ты моя хорошая. Лапочка, наверху еще можно будет открыть, да, я понимаю, комнаты. Мужик, у тебя здесь гости. 1.4. Да ты моя хорошая. На! Так. Все съели. О, пошел, пошел, вкусный, вкусный запах. Так, давай, убирай. Да, одежда нам.
Почему по одному? Давай скидывай. А мы пока пойдем покашеварим. Ой, пол труп. Не, оставь. Моя хорошая девочка. Так. Миско. Да ты моя хорошая, я тебя не тороплю. Не тороплю. Не волнуйся. Надо новые блюда какие-то. Рецептура. А просто мясо можно, да? Просто мясо можно. А, это просто мясо, рецептура. А, переделываешь. А, нет. Пироги. Давайте попробуем потом. Так, мой. Так, оставь мясо. Ты моя хорошая. Так. Девушка готова. Давай, одевай. Для продажи. Семья идет. Так, здесь пойдет вышивка. Так, новые пироги. Папки из ничего, да? Да, свидос! Ах ты, мужик, ты для кого? Для своей купил? Так, раздеваем. Срезаем. До свидос. Отправляем. Милая, пошли. Готовить будешь. Ну-ка. Двои, да? Там двое будет валяться или как? Ага, двое. Да. Прикольно. Так, вот это возьмем. И туда. Обязательно помыть. Везде кровь. Согласен. Так. Готовится подольше. Миско простое. Так, иди одевай. Да, согласен. Котлетки, котлетки сейчас. Как вам котлетки? Возьмите. Попробуйте. По 0,9. Ну мало, мало. Так, на! Последний клиент. Я не думаю, это не клиент. Но он сейчас должен купить. Давай, покупай. Милая, давай еще один труп. Аккуратно там бросай. Ты что, меня не убил? Проверили сегодняшние поступления. Надеюсь, что все клиенты остались довольны нашей работой. И если пойдет дело в том же духе, победит Малвар, и наша лавка обретет популярность. Но одного этого недостаточно. Нам, вероятнее всего, прикупить нужны рабочие инструменты. И тогда наша лавка наверняка начнут посещать известные личности. Репутация лавки. 27 у нас прибыль за день. Так, улучшение. Разделочный стол. Дополнительно духовка, скорость духовки, 20-ка мясорубка, больше фарша. Это мы улучшили. Видите, манекен. Еще надо манекен. Манекен точно надо. Мастер на все руки. Дополнительную ткань. Блин, надо бабки, бабки, бабки. Толик. Теплица, смотрите. Паби. Ателье. Ух. Прилично, по 50 надо. Так, ты давай мой.
Так, надо миску. Да? Миска у нас достаточно. В принципе, удоволь. Надо еще пару трупов зашмалить. И можно будет забыть, что у нас нету мяса. Мы и так запили вон. Улучшить тем более. Так что самое то, я думаю. Нет, давай приготовим. Так. Манекены, да? О, два манекена вон. Так, хорошо. Давай, одевай. Так, милая проходит. Надеюсь, еда не портится. Возьмем. Иди соединим. Музыка такая прям очень забавная. И она добавляет какой-то свой мистику. Прям про парикмахера, который был с Джонни Деппом, можно сказать. Который подрезал всех. Что такое? Могу... не точно. Не помню, как называется данный фильм. Но тоже интересный. Так, возьмем это миско. И опрокинем его в мясорубочку. Ты готов? Тогда стоит одеть. Вам письмо! Мы же только что переехали. Никто не знает наш адрес. Ну кто же его мог отправить? Ты кому-нибудь говорил о нашем отъезде? Да тише ты! Подожди, я почитаю. Вот черт! Кто-то узнал наш секрет! Ну что там написано? Ничего хорошего. Одни угрозы. Судя по всему, автор письма хорошо нас знает. Кто у нас есть поклонник? Мы не можем снова бежать. Мы потратили все накопления на этот дом. Мне тоже не нравится это. Но я думаю, что он станет для нас проблемой. Скорее, богатым клиентом. Он говорит о наряде. Но не сильно я в это верю. У нас все равно нет выбора. И что дальше? Что мы будем делать? Сейчас ничего. Просто будем играть по его правилам. Но он свяжется с нами. Если все написанное в этом письме правда, побег может стоить нам жизни. Кажется, это очень влиятельный человек. Ну тогда, будем надеяться, что мы неплохо зарабатываем на этой неделе. Вот беда на нашу голову. Пойду-ка я работать. И я... Месье, ты куда пошел? Что там по улучшениям? У нас пятнашки всего лишь. Вы видите письмо. Дорогие мои мистер и мисс Роуд, должен признать, что ваш приезд в наш город весьма меня взволновал. Прошу вас, не расцените мои слова как угрозу. Это всего лишь крайне выгодное предложение. Я осведомлен о том, что происходит в вашем городе, доме точнее. Частенько я задавал вопросом, как вы справляетесь с таким всеми этими трупами. Как бы это ни... не было, я решил обратиться к вам, чтобы попросить об услуге. Но прежде чем хочу вас заверить, я сохраню ваш секрет в тайне, если вы сделаете то, что я попрошу. Я уже давно пытаюсь человеческой плотью. Уверен, что вы, в отличие от остальных, не будете шокированы этим фактом. Вы даже не представляете, как мне было трудно насытиться. Но теперь я уверен, что будет намного проще. Вы получите конкретные инструкции по поводу этих жертв, которые я хотел бы отведать. Их кандидатуры не подлежат обсуждению. Когда они будут убиты, вы приготовите для меня изысканный ужин. Я...
Я уже предвкушаю его. Когда мое поручение будет исполнено, вас будет ждать очень щедрая награда, которая перевернет вашу жизнь. Настолько не рекомендую вам, настоятельно не рекомендую вам пускаться в бега. Я буду следить за вашим каждым шагом. И ни на секунду не упащу вас из поля зрения. Кроме того, я полагаю, что местная полиция будет очень признательна за информацию, позволяющую пролить свет на необъяснимые исчезновения горожан. Вы вскоре получите сведения о первой жертве с наилучшими пожеланиями. Ваш новый друг Джей. Кто такой ты? Кто такой? Так, ты давай, сделай хотя бы. Лавку открыли. Пусть готовит, да, делается. Да, пошли. Давай готовить. Надо новое блюдо какое-нибудь сделать. И мясо. А, мясо уже положили, нифига. Тогда готовку, все. А ты что сюда пришел, собственно? Ну-ка, позанимаемся с тобой. Мерки я сейчас возьму с тебя. Так, о, там как раз кто-то взял наряд. Ой, как это стали, а. Так, давай. Наверх. Принеси. Обязательно помыть. И, кстати, надо будет повесить. На дальний. Мистер? Отдай мне больше, мне твою одежду нужна. Так, хорошо. Что съели? Уже быстро, да? Возьмем противень. Голод не тетка. Так, мой. Так, срываем. Это мы убираем. Ладно, пусть валяется. Да, согласен. Людям очень нравится. Давай, давай, давай. Там ожидание уже. Пожалуйста, кушайте. И скушайте наших пирогов мясных. Только новые. Вот. Вот. Так. Ну, по 0,9 получается. Не по одному, а 0,9 они даются. Давай, мясо бери. Возьми, возьми, дорогая. Готовка. Ладно, забей ее. Оп!
Вот это да, ты в воздухе ее долбишь. Сразу помой. Так, пироги. Ой, недовольны, да? Так, сюда. Поберегись! Поспевает. Плохие отзывы, минус 30. А это из-за того, что мы не успели. Просто тупо не успели. Так, мясной фарш. Размельчить труп. Это мы сможем, стейки, да? 50. А в конце концов, человек едет так, на вкус. Помидоры. Давайте сосиски сделаем. Сосиски. Окей. Так, рецептура. Сардельки. О. А как? Милая, а как готовиться? Ты ничего не делаешь, одежду даже. Вон где делаются эти колбаски, сарделечки. Давай возьмем и оденем. Прекрасно. Так. Мне требуется мясо, да, наверное? И его сюда. Нет, он место, да? А как здесь? О, колбаска. Колбаска. Противень. Ладно. Давайте, друзья, на этом остановимся, и мы посмотрели, что это за такая игра. Получается, какие-то оборотни или кто убивают, маньяки, мародеры, убийцы убивают и одежду забирают, ремонтируют. Мы вот в таком городке каком-то времена еще там, получается, чумы. Всяких вампиров и не только. Мне кажется, она тоже вампир. У нее какой-то, либо она какой-нибудь трупоед. Ну, вот. Так что, друзья, ваши домыслы можете написать в комментариях. Мне интересно, что за персонажи и как они живут. Ну, вот. Так что, друзья, в следующей серии мы увидимся. Если вы пожелаете, пишите обязательно в комментарии это. И стоит смотреть. Анюта, Джокер. Все. Анюта. Всем хорошего вечера, дня или там ночи. Всем пока-пока. And it's up to us to take it back. Everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.